Очень большие вопросы вызывает постановление правительства, постановление КМО 595, которое предполагает, что пенсии и другие социальные выплаты людям, находящимся на территориях неподконтрольных украинской власти, даже не будут начисляться. Люди раньше могли получить по карточке, они получали пенсию на карточку и могли хотя бы покупать продукты в каких-то магазинах, где еще обслуживаются карточки. Теперь карточки не обслуживаются в Донецкой и Луганской области на неподконтрольных территориях, и пенсионеры, и социально незащищенные люди, которым назначено было пособие какое-то социальное, они эти пособия получать не могут. Мы имеем сведения от беженцев, от перемещенных лиц с той стороны. Также мы имеем сообщения наших российских коллег, которые имели возможность побывать в Донецке и Луганске на неподконтрольных Украине территориях, о том, что в некоторых местах, скажем, в Луганской области, в городе Первомайске, буквально гуманитарная катастрофа. Там уже начали умирать люди от холода и голода, так, чтобы в один день были свет, вода и газ в квартире, это просто невозможно. Нет денег, нет продуктов, люди в очень тяжелом положении. И с этим, в общем-то, нужно что-то делать, во всяком случае, международным организациям.